Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. В этом уроке я хочу показать, как быстро и легко разместить ваш сайт лендинг-пейдж в интернете на Adobe Muse. Вы новичок, вы сделали свой первый сайт. Теперь этот сайт нужно показать или просто посмотреть, как он будет выглядеть в интернете. Для этого нам подойдет недорогой хостинг. Например, подойдет вот такой. Ссылка на данный хостинг вы найдете в описании к этому видео. Прокручиваем ниже, и нам нужен хостинг сайтов. Кликаем на кнопку от 68 рублей. Данный хостинг предоставляет 30 дней бесплатно. То есть вы сможете зарегистрироваться, разместить туда сайт и 30 дней пользоваться бесплатно, не платив за это деньги. Кликаем на кнопку. Что здесь стоит учитывать? Нам нужно посмотреть на самый дешевый тарифный план, посмотреть, что здесь есть. Сколько платить. В итоге потом после бесплатного месяца пользования место на диске 1 гигабайт, один сайт можно разместить. Этого нам достаточно. Нажимаем «Заказать». Справа нам напоминают 30 дней бесплатно. Заполните форму и получите 30 дней первоклассного хостинга абсолютно бесплатно. И давайте заполним несложную регистрацию. Здесь идут подсказки прямо в этих текстовых письмах. Фамилия, имя, отчество, электронной почты и так далее. Итак, я заполнил поля. Будьте здесь внимательны. Укажите рабочий email-адрес, возможно, придется подтверждать через почту. Укажите рабочий телефон, так как здесь нам говорится, что нам позвонит робот и продиктует код. Обязательно выберем тестовый домен. Здесь подсказки, если наведем, показано. То есть это бесплатный домен, наш тариф и дата-центр. Показано, рекомендуется, мы здесь ничего не трогаем. Нажимаем «Получить». Вверху вы увидите такую надпись. На указанный номер будет совершен звонок. И сразу же у вас зазвонит телефон и электронным голосом продиктует код. Вот здесь вот ниже в поле вы вставляете продиктованный код. И нажимаем «Получить». Немножко стоит подождать, и у нас появится такая страница. Акция. Регистрация успешно завершена. Данный доступ, личный кабинет, хостинг уже отправлен на указанную вами почту. Переходим на почту. Действительно, письмо пришло. Открываем его. Здесь у нас указан доступ к биллинг-панели. То есть адрес, логин наш, email и автоматически сгенерированный пароль. Мы можем прямо отсюда из письма кликнуть по ссылке, и нас перебрасывает на страницу авторизации биллинг панели. Мы с вами копируем наш логин. В данном случае это ваш email ящик, который вы использовали при регистрации. Вставляем соответствующее поле. Возвращаемся в почту, копируем пароль, прописываем соответствующее поле и нажимаем «Войти». На этой странице обращаем внимание, что вот здесь у нас написано, у нас целый месяц мы можем пользоваться бесплатно нашим тарифом, и мы можем вот здесь его продлить, кликнув по этой ссылке, и выбрать период оплаты за месяц или поставить точку за год. Нажать в корзину и там дальше произвести оплату через удобный платежный шлюз. Я нажимаю «Главное». Далее нам нужно получить доступ к FTP, чтобы мы могли быстро загрузить наш сайт на хостинг. Для этого мы переходим слева в панели «Клиенты», кликаем. Дальше мы кликаем «Заказы». Здесь будет показан наш активированный хостинг. Мы нажимаем справа «Инструкция». Здесь нам говорится о том, что ваш аккаунт успешно создан и готов к работе. Какая нам нужна здесь информация? Автоматически прикрепленный к хостингу аккаунт домен, то есть вот это адрес сайта, бесплатный домен. Мы сможем его использовать временно, чтобы, например, кому-то показать наш лендинг или пользоваться этим доменом все время бесплатно. Дальше нам требуется доступ по FTP. Мы копируем IP-адрес, то есть вот он. Дальше порт 21 мы не трогаем, копируем, переходим в Adobe Muse, переходим в файл, передать на FTP сервер. FTP сервер прописываем, возвращаемся в хостинг, пользователь, копируем пользователь, у вас соответственно здесь свои данные, имя пользователя, пароль. Можно поставить птичку «Сохранить учетные данные», нажать «Далее». В следующем окне нам нужно прописать адрес сайта, то есть у нас временный адрес, мы копируем его. Если я сейчас вставлю его в адресную строку браузера, то
то у нас здесь вот что. Как только мы загрузим сайт, вместо этой страницы у нас будет показан наш сайт. Из адресной строки мы копируем наш адрес вместе с HTTP. То есть обязательно, чтобы было HTTP, двоеточие, два слэша и домен. Если мы ниже прокрутим, нам говорится о том, что нам был предоставлен домен, и он будет активирован в течение 2-3 часов. Возможно, он активирован уже сейчас. Сейчас мы это посмотрим. Ниже нам говорится о том, что у нас автоматически создана папка www. И здесь мы указываем так, как у нас написано на нашей странице. То есть прямо отсюда вы можете копировать путь для вашего сайта. И здесь вот таким образом его прописать. У вас, конечно, здесь свой домен. Здесь выбираем все файлы и нажимаем ОК. И у нас идет процесс загрузки сайта на наш хостинг. Нам нужно дождаться окончания загрузки файлов на хостинг. После этого вас автоматически перебросит в ваш браузер. Далее вот мой домен. Я обновляю страницу и наш сайт в интернете. Теперь его могут посмотреть из любого уголка земного шара. У вас бесплатный домен и хостинг бесплатный на целых 30 дней. Если после истечения 30 дней вы не разберетесь, как продлить хостинг, вы всегда сможете через сайт хостинга задать вопрос консультанту. Они вам очень быстро ответят и помогут оплатить услуги хостинга. Вот здесь вот в углу справа вы кликните на консультант и в всплывающем окне сможете задать свой вопрос. На этом я данный урок заканчиваю. Если вам урок был полезен, поддержите меня лайком и подпиской на канал. На этом здесь все и до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.